Сегодня 8 сентября. Я нахожусь на выставке Kyiv Fashion. Второй день работы. Самое-самое утро. Еще не запускают посетителей, только участники. Я выбрал момент, чтобы можно было спокойно записать небольшой ролик. Нахожусь на стенде компании Лиска. Или Лисца, лучше так называть, да? Да. Антонина Мозговая представляет эту марку в Украине. Город Киев. Киев здесь, да. Да. Расскажи, пожалуйста, как ты представляешь у себя в городе Лиска, Лисца, марка. Торговая марка Лисца. Лично я, как розничная сеть магазинов, уже работаю, ну, 4-й год. И только с учетом вот этого моего опыта я решила заняться еще оптовыми продажами, потому что действительно эта торговая марка достойна этого. Она действительно покрывает большинство, скажем так, жителей нашей страны. Она востребована, она комфортна, она уникальна. Она настолько предлагает обширную коллекцию, так можете посмотреть даже воочию, что ну, даже, скажем так, вредным покупателям она сможет понравиться. Тем более у нее очень много уникальных качеств и характеристик, которые могут ее отличить например, от других марок. Например, для молодой секси бомбино у нас есть линия Selection. Для практичной женщины, которая уже ценит большую часть комфорт, мы можем предложить чашечку софт в линии Fashion. Для молодой игривой девушки, которой хочется быть очень заметной на пляже, мы можем предложить коллекцию купальника из нового сезона 2017 года. Мы можем говорить о торговой марке Лисса часами. Все категории закрыты. Есть, да? Да. Поэтому мы смело можем работать, и я буду работать только с теми марками, которые люблю сама. Ты рассказывала вчера в беседе такой личной о том, что интересно, представляешь эту марку у себя в городе. Шоу-рум, методы работы интересные. Вот это тоже можно сказать. Скажем так, сейчас уже закончилось то время и тот период, когда было вполне достаточно просто разослать коммерческое предложение, показать каталог, и заказы полились рекой. Нет. На нашу долю сейчас, скажем так, выпала самая сложная участь. Это познакомить широкую массу розничных магазинов, именно владельцев розничных магазинов, с этой торговой маркой. Мы справляемся с этой задачей, но нестандартными немножечко методами. В первую очередь мы практикуем личное общение и приезд в розничные магазины. Это те, кто собирается работать, приглашаете? Конечно же, мы знакомим их, но большинство, скажем так, людей еще пока не знают торговую марку Лисса. В Киеве, например, она вообще не представлена, то есть не работают с ней. А город Киев, ну, просто обязан представить эту торговую марку, потому что уже приходят именно просто розничные покупатели, спрашивают, где можно купить торговую марку Лисса, потому что мы ее знаем по Европе. Вот что обыкновенный потребитель доносит. Это вот наша задача сейчас охватить. Да, у тебя шоу-рум. Шоу-рум в Днепропетровске, естественно. В Днепре, вот теперь? Мы предлагаем несколько вариантов, как бы работать. То есть мы ездим по магазинам, личное общение, демонстрация, обучение. А также у нас в Днепропетровске есть наш шоу-рум. Прекрасная такая лаунж, милая зона, где мы сможем спокойно обстановочки, чаечек, кофеечек, столик рабочий, мониторчик. Мы смотрим видео, обучаемся, рассматриваем. И зона, где у нас есть все образцы. Модель показывает, мы видим также, как представлена торговая марка и в торговой зоне. То есть у нас есть зона, где можно сразу же увидеть, как осуществляются продажи, как это должно быть. А люди как узнают? В соцсетях работаете вы, чтобы они приходили к вам в шоу-рум? Ну, хотя бы шоу-рум и магазин у вас такой. Да, шоу-рум и магазин. Во-первых, он находится в торговом центре, ну, скажем так, не проходного потока, но очень известный, может сказать, немножечко камерный. Поэтому туда всегда приятно просто прийти. Его знают, допустим, у нас все в городе. А уже из других городов узнают, потому что мы приглашаем этот шоу-рум. То есть немногих, скажем так, устраивает, чтобы мы приехали к ним на их территорию, в их магазины, там проводили презентацию. Мы мешаем рабочему процессу. В то же время есть торговая сеть, либо сам директор, либо байер, обученный человек, да, который готов потратить один день,
и, скажем так, провести ознакомление с новой коллекцией. Динамика как? 4 года работаете. Какова динамика развития? 4 года мы работаем именно в рознице, я в своих магазинах работаю. А именно оптовыми продажами мы занимаемся только вот год начнется. Вот в сентябре, да, вот уже в принципе год начался. Прогресс есть. Прирост клиентской базы. Даже на этой выставке я должна отметить, люди уже ищут нас на стенде. Ой, мы вас нашли. А мы слышали, а мы видели, а мы говорили, а мы высылали, мы вас искали, давайте знакомиться, смотреть. Работать комфортно с вами? То есть всегда в наличии продукция или только под заказы, надо долго ждать? Как вы работаете со своими клиентами, розничными магазинами? Да, я скажу, тот маленький минус, который хотелось бы, скажем так, его устранить. Да, устранить. Но пока это невозможно, и это не требует производителей. Нам нужен больше свободный склад. Почему? Потому что, ну, украинские ритейлеры, скажем так, более приземленные, они более с опасностью относятся к предзаказам, не хотят их делать, они не приучены работать напрямую с Европой, они привыкли работать, получая товар здесь, в Украине, и не понимают особенности работы с европейскими производителями. Что это может быть предзаказы 9 месяцев, когда они слышат 6-9 месяцев предзаказ? Да, сразу ступор. Ступор. Поэтому покупают со склада. Да. Потому мы здесь немножечко отступили и как предлагаем. То есть быстрый склад – это то, что мы закрываем с наших магазинов. У нас есть маленький складик, да? Это быстро отпускаем. Потом есть коллекция прошлых сезонов, допустим, где мы можем отдать на реализацию. И так мы работаем, даем попробовать со своих, скажем так, запасов. Мы даем людям отсрочку, и люди пробуют работать, понимать. То есть мы приучаем. Другого способа невозможно. То есть если бы у нас была такая возможность, мы бы это сделали бы, ну, гораздо шире, масштабнее. Поэтому есть над чем работать. Главное, процесс идет. Чем работать, да. Не над чем. Главное, была бы хорошая коллекция, тогда все у нас получится. Поэтому спасибо, я всегда, Антонина, приглашаю работать с торговым маркой Лиса. Я тоже приглашаю. Если вам нужна квалифицированная помощь нашей команды, всегда, пожалуйста, обращайтесь. Команда называется «Шарм Линджери», город Днепропетровск. Спасибо большое. Спасибо, Антонина. Вам.